Барли, слабенькое здоровье. Всего лишь 2500, если вот... А, ну, 2900, у этого 3000. А, у меня, ну, в принципе, одинаково, можно сказать. 330, 2920. На, получайте, вам не нужна ли водочка? Ох ты, меня опять убили. Да что такое, я вечно под огонь встаю. Да, Барли такой. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И у нас есть тут Шелли. Но мы посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть ящик. Открываем ящик, получаем монеты, булочки силы и ниту. Хорошо. А, ну у нас есть, смотри, забрать командные события. Забираем. Это у нас что получается? Вот, новое событие, награда за поимку мы открыли, представляешь? Ага. Так, приглашение в команду. Франки, принять. Ага, так, давай, значит, меняем туда. Я возьму Кольта. И играем, предложить события. Ну, давай поиграем. Ой, нет, не Brawl Ball, а награда за поимку. Давай, каменные блоки. Поехали. Хорошо. Давай, батя в здании, еще кто-то есть. Так, все, готово. Будем играть? Награда за поимку. Все, играем. Подожди, я ж ни разу не играл, что за награда за поимку-то, алло. Что здесь делать-то надо? Алло, ребята, расскажите мне, пожалуйста. Так, побеждай врагов, чтобы получить звезды. А, звезды, нам нужно зарабатывать звезды. Хорошо. Так, зарабатывать звезды надо. Отлично. Так, давай. А, что у меня здесь? Суперудар, да? Ой. Я хотя бы вспомню, за кого я играю. А играю я за вот этого чувака. Так. Тихо. Меня убили. Да ну нафиг. Кольт, давай. О, хорошо, что здесь возвращаться можно быстро. Отлично. О, чувак идет, смотри. Чувак хочет спрятаться, мы его сейчас зафигачим. Где ты? Все, убили. Отлично. А, вот, смотри, Булл бежит. Так, где же ты? Ой, пока я там... Я застрял там, ребята. Так, давайте, подожди. О, вон, Булла. Давай. Ох, убил я его, нет? Нет, меня убили, а не Булла. Ах ты, ё-моё. Так, это не очень интересно. Что-то здесь неинтересно. Пока я не вкурил еще, пока еще не понял ничего. Так, а что, два Булла, что ли? Алло. Так, вот, вот здесь еще кто-то. Ага. Так, вот ты там где прячешься, слушай, Булл. Я-то Кольт, а ты Булл. Мы вместе. Такие вот стрелки, слушай, алло. О, нормально, ну блин, чуть-чуть. Прикинь, я его чуть-чуть не убил, а? Ну, чуть-чуть не считается, понятно? Так, сколько мы ведем, да, у нас 30 звезд? О, в принципе, неплохо, слушай. Блин, у меня у самого, меньше звезд. Ладно, я пока первый раз играю, пока сейчас разберусь. Ой, давай, я тебя сейчас убью. Убил, нет? Да, убил, я получил звезду. Так, теперь у меня 3 звезды, да, получается? А, нет, почему 2? Потому что я умираю из-за этого? У нас 46 звезд собрано было. А тут не написано, кто сколько больше звезд собрал-то, а? Нет, Франки молодец, слушай, вообще. Молодец, давай выходим из этой... Игры, да, выходим. Я сейчас посмотрю, что он мне предложит. Может, что-то он хочет другое поиграть. Так, мне пора, удачи. Так, отличная игра была. Слушай, да, Франки. Ладно, давай поиграем в другую игру. Давай в столкновение поиграем. В парное, да, с кем-нибудь. С кем-нибудь, да мы поиграем. Только давай, Кольта сменю на... Давай возьмем Ниту. Давно Нита не играл. О, Франки, приглашение в команду. Принять. Так, давай, знаешь, в какую игру поиграем? Слушай, в столкновение. А я поменяю себе другого игрока. Ниту возьму. Да, выбрать. Вот, все, я за Ниту, готово. Угу. Ой, что такое, ой. Так, ладно. Так, отмена. Так, что, чат напишем. Так, какого бойца мне взять? А что, больше тут ничего такого интересного, да, нету? Ага, ты будешь играть или нет? Как написать? Ну, играет он, нет? А награда за поимку, смотри, это угроза. Он в это хочет? Играть в награду за поимку? Что-то мне нет, не нравится. Так, нет, он не играет, слушай, ладно. Давай столкновение. Давай, как его? Так. Возьмем Барли. Барли выбираем.
Так, ну он, видимо, не будет играть, да? Значит, столкновение мы выбираем. А, почему у меня вот эта награда за поимку сюда выходит? Будет он мне играть или не будет, непонятно. Нифига не будет. Ладно. А батя в здании в сети. Так, где батя в здании стал пригласить? А батя в здание приглашаем. Так, это наша получается у нас команда. Так, ладно. Значит, никто не хочет играть. Ладно, выйти из команды. И играем в парное столкновение, каменные блоки. Парное. Все. Кто хочет, тот со мной будет играть. Кто не хочет, тот не то и не надо. Ничего страшного. Я не обижусь. А я хочу поиграть. С кем я играю? С Филиппом, да? А, Филипп. Это какой-то другой Филипп. Слушай, это не тот Филипп, который был. Так, а я играю за Барли. Надо, чтобы не забыть. Хорошо. Так, выбираем, где у нас. А, вот, смотри, ребята. На, получайте от Барли подарок. Ух ты, ё-моё, возвращение. 15 секунд ждать. Да, вот так вот легко меня зафигачили, потому что их двое было. Против меня одного. Так, Филипп, давай, держись. Вот, молодец, Филипп. Все, жди, я вернусь. Скоро-скоро я вернусь, Филипп. Вот, я и возвратился. О, спасибо, мне баночку дал. Слушай, кто там такой? Вот кто такой этот самый? Алёшки. Давай. Все, он сейчас откинется. Так, он откинулся. Эй, в смысле? А я думал, подожди, я с тобой играю, офигеть. А меня убили, тебя убили, потом меня убили. А чё я там бегал туда? Ой, блин. Ладно, бывает, играть снова. Да, давай. Давай поиграем еще. Так, у Барли, как бы, такой козырной у него есть ударчик, но минус в том, что он... У него здоровье слабое, да. У Барли слабенькое здоровье, всего лишь 2500, если вот... А, ну, 2900, а это вот 3000. А, у меня, ну, в принципе, одинаково, можно сказать. 3320. На, получайте, вам не нужна ли водочка? Ох ты, меня опять убили. Да что такое, я повечно под огонь встаю. Да, Барли такой. Оно может быть даже эффективнее с Барли играть в одного. Знаешь почему? А, Филипп, а ты почему банку не забрал? Забирай банку. Так, ладно, я заберу баночку. Да ты чё, гад, банку забрал и меня убил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ждем тогда. Ждем еще 10 секунд, офигеть. О, столкновение. Да, вот это я помощник с Барли. Угу, не ахти. Ладненько, сейчас быстренько я восстановлюсь. Розочка, видишь, бежит. Мне надо будет аккуратнее. Вот этот, видишь, что творит? Гад, а? Так, все, я что-нибудь там на... Что-нибудь сделаю немножечко. Блин, смотри, какие они хитрые. Ага, у него аж 11 тысяч здоровья, поэтому его сложно, конечно, уничтожить. Беги, Филипп, беги! Ах, нет, Филиппа убили. Мне надо будет поменять, слушай. Мне, или играем. Если он будет играть, я буду и дальше играть. Если нет, то я поменяю Барли на другого. Да, он играет, будем тогда вместе играть, хорошо. Так, все, играть снова. Поиграем все вместе. Угу. Так, хорошо. Так, о, смотри, у нас тут... Сразу у нас вот эта штука есть здесь. Это хорошо. Все. Идем дальше. Филипп. Так, а я буду смотреть, куда чего бросить. Куда чего кого. О! Смотри, на баночку. О, давай его зафигачим. О, зафигачили. Нормально, теперь вот эту девчушку. Ох, все. Убил ее, нормально. Теперь ждем напарника. Подождем немножечко, 8 секунд. В принципе, не сильно много. Три секунды, 3-2. Так, давай пойдем куда-нибудь посмотрим, что здесь есть интересного. Так, все, пошли. Куда пойдем, Филипп? О, столкновение, алло, нормально. Так, ждем. Вот он бежит, смотри. Опля. Ох ты, нифига, убили, вынесли просто напросто. Так, вынесли нафиг. Ладно, бывает, но зато 7 кубков тоже неплохо. Совсем неплохо. Так, все, так, выходим. Что мы у нас здесь получили? О, нормально, смотри. Мы еще что-то заработали. Неплохо, так заходим. А трофейчики забрать. Что это у нас тут такое? Очки силы. Давайте дадим очки силы... Нет, подожди, не Барли. А очки силы, наверное, кому дадим? А, давай дадим Булу. Очки силы получит Бул, да.
Очки силы мы дадим Булу. Ой, хорошо. А, новый рубеж. Так, новый рубеж пока мы не можем открыть, хорошо. А кто у нас тут рядышком стоит? Тут такой вот чувачок, боец Брок. Вот надо бы его открыть. Скоро-скоро, Брок, мы тебя откроем, не переживай. Так, давай возьмем Була. И мы его улучшим. Так, замечательно. И его выбираем. Выбираем и идем парное столкновение играем. Нормально. Сейчас сыграем, посмотрим. Кто кого, кто с кем. Батя в здании, я с батей в здании, прикольно. Давай, батя в здании. Так, у меня, смотри, здоровье сколько, 6 тысяч, у него 3, офигеть. А, он за Барли играет. Вот, поэтому я тут буду сейчас самый сильный, да, получается? О, давай вот этого зафигачим. Есть, молодцы мы. Слушай, давай дальше, прям весело с тобой вдвоем играть. Так, кто у нас здесь? О, давай, 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 есть, убили. Следующий, вот этого гада, гад, быстрее, быстрее, убегает, убегает, убегает вот этот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, убил ее, убил. А, куда я побежал? Слушай, алло. Че, мы выиграли, нет? Столкновение. Ах, я там умер. Давай, собирай баночки. Да, ё-моё, что происходит-то, а? Так, батя в здании, давай. Ждем. Я возрождаюсь. Хорошо, идем дальше. Так, кто где у нас там? Так, две команды наши. А, вот у нас Шелли. Блин. Есть, Шелли готова. Так, теперь вот этого на балалайке. С балалайкой сейчас убьем. На, получи, балалайчник. Все, готово. Хорошо, молодцы, молодцы. Выиграли 9 кубков, хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.